Так, поменял. Поставил третью карту. Темнеет. Сколько осталось светлого времени? Может, час, может, поменьше. Так, вечереет, вечереет. 564 километра от Москвы. Вообще-то я планировал 500. Сейчас, наверное, нужно будет искать место для привала. Хорошенько выспаться. Сейчас звонил сын. Мама поругала внука, что он хулиганил. Он побежал ко мне в комнату. А меня в комнате нет, я уехал. Такой вид расстроенный. Полтора годика. Внучок мой золотой. Так, расход бензина, скажу, наверное, на привале. Автомобиль Шкода Рапид с автоматической коробкой. Базовая комплектация. Устойчивость на дороге хорошая. Управляемость очень легкая. Немного шумно, наверное, в салоне. Шумоизоляция. А так претензий пока нет. Претензий нет. Что-то подсел я на эти Шкоды Рапиды. Шкода Октавия. Пока других автомобилей нет. Но
вот в Рапиде довольно-таки просторный, широкий салон внутри. По моим впечатлениям, субъективным, салон пошире, чем у Фабиа. У Октавия. Пошире, чем у Шкода Октавия. Диски на автомобиле литые, резина летняя. Коробка не размышляет при вдавливании педали в пол. Активно, аккуратно. Трасса, дорога широкая, широкая обочина, но вот, как сказать, наверное, сделали бы три полосы, две в одну, а одну в другую сторону, попеременно. Временами возникает такое ощущение, не очень хорошее, что двигаешься по встречной полосе почему-то. Вот такое. Для того, что боковая полоса там, маркировка обочины к этому способствует этому. А так дорожное полотно хорошее, достаточное количество заправочных станций, мотелей, правда, маловато, раз-два и обчелся, не знаю, что будет дальше. Проезжал лет 5, наверное, по этому участку, я двигался в сторону Москвы. Дорога была в ремонте. В прошлом году тоже проезжал по этой трассе, по-моему, два раза даже. Дорога еще ремонтировалась. Ну и сейчас где-то еще местами идут ремонтные работы. Думаю, к следующему году ну, трасса будет просто в отличном состоянии. Вот от Рязани и такого пока вот доехал. Нареканий нет. Ремонтные участки в данный момент, где идут работы ремонтные, регулируются не светофором, а двумя дорожниками. Так, в салоне прохладно. Включал кондиционер. Просто волнуюсь за видеорегистратор Акинори. Потому что при высокой температуре он отключается, уходит в спячку. Кресло в автомобиле немного жестковатые, как мне кажется, как мне показалось. Но
удалось подстроить сиденье под свою фигуру. Какие-то мышцы затекли, но в целом посадка удобная. Ну вот, пролетел мотоциклист, или как они себя называют, байкеры. У меня стольник на спидометре. Ну вот он летит 180, наверное, может 200. Что я могу сказать про байкеров? Стресс такой вот, отлично, он очень сложный. То есть есть люди, которые увлекаются мотоциклами, вызывают у меня уважение, чувство восхищения. Например, я был на показательных выступлениях, где байкеры показывали мастерство вождения. Я просто был в восторге от их мастерства уровня. Я в восторге от их от того, как они, ну, дружат, что ли, от их коллективности. Приходят на помощь друг другу. Потом поддерживаю их движение, или как сказать, порыв, что ли. Так. Здесь что-нибудь есть для ночевки? Мотель. Что, заезд непонятный. Куда заезжать? Ну, неплохой мотель, ладно, бог с ним, проехали. Вот, их движение, вот акцию, когда День Победы, они вот ездили в Европу, возлагали венки, несмотря там на противодействие, акция была выполнена, их поддержали зарубежные коллеги. Так вот, к этим у меня отношение уважительное такое, не то чтобы с пониманием, хорошее отношение. Но в то же время должен сказать, что как в любой семье, не без рода, есть такие отморозки, что отрежь да выброси. Например, вот ночью, в 2-3 часа ночи, когда уже все спят, вот эти вот мотоциклетчики, я их называю, едут по Москве, грохот стоит, шум такой, что реактивный самолет, наверное, нервно курит в стороне. С таким грохотом летят дети. Маленькие дети просыпаются. Thank you.
Thank you.